Для многих людей стало уже привычным обратиться к священнику за советом и поддержкой. В нашей программе отец Сергий Бельков ответит на любые ваши вопросы. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка. Христос воскрес. 22 мая празднуется день памяти святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых христианских святых. А почему Николай Чудотворец так любим и почитаем в народе? Действительно, Николай Чудотворец очень почитают в России и в других странах. Наверное, нет ни одного дома, где не было иконы Николая Чудотворца. Любят его люди, видимо, потому что он сам возлюбил много. И еще, если читаем его жития, при жизни он совершил много чудес и много благотворительности. И по смерти тоже Господь его прославляет особенным образом. Вот, например, я вчера только вернулся из Греции, с горы Афон, где мы были в одном из монастырей, он Ставроникита называется монастырь, посвящен как раз Николаю Чудотворцу. И в истории монастыря есть такое предание о том, что когда, я не помню, там точно 14 или 16 век мусульмане разорили монастырь, то они часть святынь выбросили в море. И в море выбросили читаемую икону в монастыре Николая Чудотворца. Ударили каким-то острым предметом и рассекли лик Николая Чудотворца и бросили в море. И через 40 лет чудным образом эта икона явилась. Монахи увидели в вечернее время, что от моря свой столб огня, свет этой части. И они под лодки подплыли, увидели вот эту икону, и на лике в области лба был моллюск такой, там, где была разрублена икона. И когда эту моллюска отодрали, то пошла кровь. Вот икона святого Николая. Икона сегодня находится в монастыре, и особо почитаемая, чудотворная икона. Вот просто один из примеров, как Господь прославлял этого великого угодника Божия. Таких примеров очень много, и я знаю, в Петербурге выходила раньше газета, может, сегодня выходит о современных чудесах святителя Николая. Поэтому народ его очень любит и почитает за то, что он любил очень много и старался помогать людям при жизни и поступить. А теперь давайте перейдем к вашим ответам на вопросы телезрителей. Я постараюсь ответить на все вопросы тем, кто написал на электронный адрес. Вот первый вопрос. Как подготовиться к крещению 16-летнему подростку? Нужно ли ему познакомиться с основами православия, что-то почитать? И можно ли покреститься без крестного? Если человек, этот молодой человек, подходит серьезно к таинству крещения, то, безусловно, необходимо подготовиться. И раньше ведь в церкви существовало несогласие, когда человек не сразу принимал крещение, в течение какого-то времени, до 6 месяцев, может быть, даже несколько лет, он готовился к принятию крещения через изучение веры. Только тогда, когда община понимала, что он готов к крещению, он допускался к крещению, крестился. Сегодня, конечно, все упрощено, и если этот молодой человек серьезно подходит к этому вопросу, то, безусловно, ему необходимо знать, ну, хотя бы молитву «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», ну, и сам, собственно, символ веры, потому что он должен знать, во что он верует. Что касается крестных, то если есть у него кто-то из опытных духовных наставников, то, конечно, лучше бы крестные были, чтобы они помогли ему правильно разобраться в догматах веры. Но если таких людей нет, то он уже достаточно взрослый, надо обойтись. А какие вообще обязанности вот возлагаются на крестных отца и мать вот впоследствии, когда уже ребенок окрещен? Ведь в течение всей жизни они его сопровождают, как-то наставляют. Конечно, собственно говоря, крестные для чего нужны были? Ну как, если умирали родители, крестные обязаны были взять в семью ребенка и воспитывать, кормить, и образовывать, как бы родители это делали. И обязательно, конечно, научать его истинную веру. Это главная задача крестных. Своим примером и, ну, и наставлением. Говорят, что Господь посылает болезнь за наши грехи. Я хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, стараюсь искоренить свои грехи. Но все равно часто болею. Болезнь доводит меня до отчаяния. Посоветуйте, как мне совсем не впасть в уныние. Ну, надо сказать, что грех – это только одна из причин болезни. Потому что есть болезни наследственные, есть несчастные какие-то случаи. Нельзя расценивать, что все это только по грехам. Какие-то болезни человека. Нужно научиться в каждом, казалось бы, каком-то и
скорбном случае найти что-то полезное, какую-то полезную часть, потому что она есть всегда. И в данной ситуации Господь ведь часто посылал даже подвижникам какие-то болезни для того, чтобы они через благодарение Бога, через терпение, которое они проявили бы в несении вот этой болезненных обстоятельств, смогли более совершенствоваться. И если человек часто болеет, то приносит это с благодарением, благодушно, то как раз это возможность получить от Бога какие-то принципы, какие-то награды, исправление каких-то грехов, с которыми человек борется и не может справиться еще с жизнью. Живут ли сейчас в России старцы? Если да, то где можно с ними поговорить? Ну, в церкви всегда есть полнота, и поэтому старцы были и будут. Другой вопрос, что в настоящее время они не всегда бывают явлены людям. Почему? Потому что многие едут к старцам просто, чтобы посмотреть на живые мощи. Посмотреть на человека святой жизни, может поговорить о каких-то пустых вопросах. Вот к этому вопросу я такой пример бы хотел привести. Однажды к одному из старцев к его келье подошли два молодых человека и между собой говорят, ну что, коли в монастыре и старец на месте, пойдем поболтаемся. Подошли они к келье, их келье не принял, что вы хотели, вот со старцем увидеться. Значит, хорошо, ждите, вот они ждут часа, вот они ждут час, старец не выходит. Потом через какое-то время приходит келейник, и они спрашивают у него, а где старец? Старец пошел служить, но вам передал вот это. Каждому дают по кружке с водой и там ложкой, чтобы вы поболтали. Ну, они-то хотели поболтать с старцем, да потустословить. Вот он им дал, чтобы они ложкой поболтали воду. Вот таким образом обличил. И есть вопросы, которые возможно решить со своим приходским священником. И вообще нет никакой необходимости ехать к старцу. То есть такое понятие, как старчество, не умерло в России? Нет, оно есть. Старчество, конечно, никогда, оно никогда не умрет, но всегда будет. Просто не всем будет открываться. Кто-то ищет истинное спасение, и Господь знает, что ему необходим старец для того, чтобы он водительствовал этим человеком. То, конечно, и сегодня, в том же самом на Афоне старцы есть. Но это не значит, что надо приезжать, там, смотреть их, на них еще, отвлекать их служение. Если есть вопрос, который ты не можешь разрешить, надо ехать к старцу. А если разрешишь участковый вопрос, то мне не сложно. Не умею прощать обиды, на оскорбления тоже отвечаю грубо. Не получается соблюдать заповедь Христа, подставить другую щеку, если тебя обидели. Советуют молиться за тех, кто нас унижает и обижает. Но это выше моих сил. Как можно научиться прощать? Ну, преподобный Антоний Великий отвечает на этот вопрос, что если не умеешь подставлять другую щеку, хотя бы не ударяй другую. Поэтому что и в данной ситуации этому молодому человеку или зрелому человеку могут посоветовать, чтобы он все-таки научился не оскорблять другого человека, переносить эти обиды, которые вносятся, но более выдержанно. И если человек не может молиться за других, но тогда он и будет пребывать всегда в таком состоянии. Потому что иначе, как научиться прощать, невозможно, пока не научишься молиться другому человеку. Ставить его впереди даже своих родных и близких. А когда только начнешь это делать, то на своем собственном опыте человек убедится о том, что если он не воспылает любовь к другому, ну хотя бы он будет не равнодушным. То есть будет хотя бы так. Ну вот очень трудно простить такие грехи, как подлость, предательство, особенно убийство. Вот как в таком случае научиться прощать? Ну, если мы христиане, мы же обязаны прощать. Как Господь простил? Петр от него отрекся, ты же его простил. И люди его распинают, он говорит, Господи, не вменим этого греха, не ведут, что творят. Да? Если христиане, мы должны к этому стремиться. Потому что это возможно, Господь на своем примере. В чем опасность учения свидетеля Иеговы? Иеговисты ведь тоже почитают Бога и пропагандируют Библию. Говорят, они очень убедительны, и многие их начинают слушать. Но я бы не стал бежать этих иеговистов, потому что опасность учения и мормонов, и учения неопятидесятников, и многих других сект тоталитарных, где воля человеческая просто ломается и подчиняется руководителям секты той или иной. Что касается свидетелей Иеговы, ну, я думаю, приведу один пример, этого будет, наверное, достаточно. Свидетели Иеговы не разрешают служить в армии. Да?
потому что они говорят, что нельзя брать в руки оружие, нельзя убивать других людей. Но согласно учению иеговистов, когда будет второе пришествие Христа, и он же архангел Михаил, у них эти понятия, они спутанные такие, то тогда вот этот архангел Михаил будет раздавать оружие тем, кто находится в секте, иеговистам, для того, чтобы они помогли ему завоевать мир. И что получается? То есть уничтожить всех не иеговистов. Вот сидит в школе девочка иеговистка или мальчик иеговистка. Один или два в классе, может быть. Или вообще на одну школу. Ну, здесь его преподаватели, которые учат, здесь его товарищи, одноклассники. И он должен взять оружие и их убивать. Вот, понимаете, в чем коварность вот таких учений. Или, предположим, они говорят о том, что люди будут там работать по 4 часа, жить с добрыми тиграми и львами, как люди получат там отдельные квартиры, когда придет Архангел Михаил, и они будут только одни иеговисты жить, а все остальные будут уничтожены. Но причем они уже несколько раз объявляли кончину мира, и сейчас очередную готовят кончину мира. Значит, и все члены секты должны продать свою недвижимость, отдать ее в секту. Но если кончина мира, зачем тогда руководить эти деньги? Это все нормально построено. Они очень умело затягивают людей в свои секты, и вот как раз люди недвижимость продают. Как от них отделаться? Ведь ну, настолько назойливо они проповедуют. Все сектанты очень наступательны. Потому что, например, с теми же самыми иеговистами, но это же не бескорыстно. У них, по их классному учению, что если они кого-то увлекут в секту, то через это они спасутся для жизни вечно. И поэтому они не потому, что они хотят помочь тому или другому человеку, а они хотят помочь сами себе. Защититься нужно просто себя исповедь православным. Потому что любая секта, если человек приходит и говорит, не вступая с ними в разговор, и говорит о том, что я исповедую православие, все, то они уходят. Если вы вступите с ними в разговор, они же на что бьют? Обычно гостеприимство. Ну, зайдите, нам чашку чая вы налили и так далее. И, соответственно, образом не отмечают. Если их пригласили и не выгнали сразу, значит, они еще обязательно придут. Если сразу получили отпор, они просто исключают квартиру. Спасибо, батюшка. Во славу Божию. Пишите батюшке по его личному электронному адресу белков@саперная.ру.